Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения-ЕС, США, вызывает у многих беспокойство и утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят открытым текстом. Такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества. Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чем речь? Большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа, написала Захарова.